Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и мой канал позиционирует себя как помощь людям. На моем канале вы всегда найдете много информации о том, как зарабатывать в интернете, где зарабатывать в интернете, где найти полезный контент для своих постов и многое-многое другое. И сегодня мы поговорим, где найти картинки на прозрачном фоне. Можно, конечно, забить поисковую строку, там PNG, такой-то, такой-то продукт или такая-то машина, такая-то марка или многое другое. Предлагаю сделать все намного проще. Ссылка на этот сайт будет под этим видео. И я вам представляю вот такой вот сайт, где много-много всяких разных картинок на прозрачном фоне. Здесь вы можете подобрать все, что угодно. То есть, например, если вы снимаете видео о еде и вам нужно мясо, либо бекон, либо барбекю, пиво, ну, что там к мясу идет. Все, что вы хотите, здесь вы найдете. Вот, если вы даже про стакан воды, вот любители, я знаю, что снимать видео про воду, там еще про что-то, про стакан воды, рассказывать какие-то мотивационные видео, тоже здесь можно стакан воды этот найти на прозрачном фоне. Давайте посмотрим. Что здесь есть? Смотрите, здесь много прекрасно в стаканах воды, которые вы можете использовать в своих постах, в своих видео, где угодно, где хотите, там и используйте. Можно скачать эту картинку себе на компьютер, это все бесплатно, это все без водяных знаков каких-либо, которые вы можете найти в интернете. Вот здесь вот таким образом вы можете все найти. Также здесь, если вам нужен Барак Обама, Билл Клинтон, Боб Марли, Брэд Питт, Брюс Ли, Чарли Чаплин и много-много-много. Ну, вообще находка для тех, кто ищет непосредственно вот такие картинки для оформления своих превьюшек. Кстати, как оформлять превью, об этом я записывал видео буквально совсем недавно. Ссылку на это видео вы найдете в конце этого обзора. Итак, давайте посмотрим, что здесь есть. Ну, здесь есть, я вот когда посмотрел, здесь есть практически все. Все, что вашей душе угодно. То есть, чем бы вы здесь ни занимались, здесь все есть. Хотите, например, нужен вам Бэтмен. Здесь 115 картинок про Бэтмена. И этот Бэтмен, наверное, будет у меня стоять на превью. И здесь даже история про Бэтмена есть. Давайте я вам покажу, как вообще это все скачать. То есть выберем самую прикольную картинку, которая мне может понравиться. Давайте, 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 давайте. Наверное, в полный рост что-то такое возьмем. Про Бэтмена. Давайте вот этого. Бэтмена возьмем. И посмотрим. Ну, достаточно качественный такой Бэтмен. Мы можем сохранить картинку как. Либо просто нажать скачать. Внизу есть ссылочка на скачивание. Ну, обычно я просто делаю вот так вот. Видите, вы Бэтмен, PNG и PNG. Все. Сохраняем. А также вы, я как уже сказал, вы можете просто нажать как скачать и получить эту картинку себе в пользование. Если видео вам было полезно, ставим лайки, пишем комментарии, нужны ли такие сайты, пользуетесь ли вы такими сайтами, подписывайтесь на мой канал. Далее будет еще интереснее. Всем привет!